У нас у гостях сьогодні Дмитро Гончарук, президент Асоціації безпеки експлуатації транспорту. Дім, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, доброго, що ти в нашій компанії. Дивись, ми будемо з тобою сьогодні говорити з двох таборів. Перший табір – це Ангеліна. У неї машини не маю авто, поки що немає. Так. І з іншого боку я. У нас є, у нашої сім'ї є автомобіль, і у кожного з нас є певні питання. Давай розпочнемо з асоціації. Ассоциация безопасности эксплуатации транспорта объединяет субъектов, которые проводят технические осмотры автомобилей. То есть на сегодняшний день это называется обязательный технический контроль колесных транспортных средств. И сегодня в Украине обязательному техническому контролю подлежат коммерческие автомобили. То есть автомобили, которые используются в коммерческих целях. То есть легковой там, личный транспорт, приватный, как мы называем, на сегодняшний день не подлежат техосмотру. Угу. Наскільки я зараз розумію, є інформація, що є певний законопроект, хочуть повернути обов'язковий техогляд. Да, так и есть. Разработчиком законопроекта является профильное министерство, это Министерство инфраструктуры Украины. На сегодня тот этап, когда уже законопроект прошел громадские обговорения и согласован с некоторыми центральными органами исполнительной власти. И я так понимаю, дальше субъектом законодательной инициативы тут должен быть кабинет министров Украины. И дальше все зависит от политической воли министра, кабинета министров, дальше Верховной Рады и президента, конечно же. Так, давай тоді, які плюси цей законопроект нам принесе, або які мінуси? Очень хороший вопрос, плюсов на самом деле масса, да, там, ну, но начал бы я с минусов. Минус это, конечно же, для всех автомобилистов будет необходимо проходить техосмотр. Теперь плюсы. Да, когда мы говорим, тяжело находить плюсы, когда все автомобилисты думают, а как же я буду там, теперь тратить время, там, как, сколько, это, сколько понадобится времени и денег на это. Но это, знаете, как я сравниваю с прививкой или той же вакцинацией. Она очень... Там, многие люди могут поспорить, да, но весь цивилизованный мир уже давно использует. Да, то же самое с техосмотром. Весь цивилизованный мир проверяет свои автомобили на техническую исправность и получает подтверждение. Это является одним из элементов обеспечения безопасности на дороге. Что касается, там, есть там, нашумевшие аварии, да, достаточно там, и в центре города, были, в которых там, вот, совсем недавно, на прошлой неделе, водитель самосвала, который на Лаврской попал в аварию, озвучил, что у него отказали тормоза. Ну, скажем так, в цивилизованном техническом процессе необходимо, чтобы техосмотр выявлял на ранних стадиях эту предрасположенность автомобиля. И более того, из открытых источников получена информация, что информационных сайтов, да, что этот автомобиль несколько дней назад проходил техосмотр. Как профильная ассоциация мы направили в главный сервисный центр МВД Украины запрос, мы хотим разобраться с этим, там, где проводился ли на самом деле техосмотр, в каком субъекте этот техосмотр проводился, и необходимо разобраться и провести, скажем так, и превентивную работу, и, там, и вообще профилактическую на рынке. Что касается, нужен ли вообще, да, и какие там преимущества. Ну, преимущество нужен однозначно, поскольку необходима перезагрузка даже существующей системы. На сегодняшний день... Ну, поскольку мы понимаем, что за любой ответственностью должен следовать контроль, да, сегодня, и сегодня контроль должен обеспечивать две задачи. Первое – это непосредственно контроль за процедурой, как она должна быть. И второе – это избежание коррупционных рисков. Да, наверное, многие слышали, что там, мы не хотим, как раньше, в МРЭО приезжать, покупать бумажку там, и так далее, и так далее. Протокол технического осмотра должен быть обоснован реальной процедурой. И, конечно же, необходимо позаботиться о том, чтобы никакие коррупционные риски не помешали его осуществить. На сегодняшний день методом контроля основным является фотофиксация. То есть автомобиль приезжает на процедуру, его фотографируют под разными углами. И для того, чтобы контролирующий орган, специалист контролирующего органа, мог рассмотреть на фотографии, нет ли там ржавчины, нет ли сколов на стекол, в полной ли комплектности дворники, то есть их два, как должно быть, а не один. Да, там, какой протектор шин,
там и различные другие. В полной ли комплектации, это есть ли бампера или их нет вообще. Вот. И тогда может сделать вывод контролирующий орган, правильно ли проведен техосмотр. Сейчас можно сказать, что с фотографиями научились работать все, да, где-то под нужным углом сфотографировать. И если системные игроки, которые там, уже являются там, многие сетевыми и имеют там, не одну, не две, там, а даже там, десятки уже лабораторий техосмотра, если системные игроки не позволяют себе таких нарушений там, и злоупотреблений, то, там, скажем, некоторые игроки могут себе и позволять. Поэтому для того, чтобы избежать это, контроль необходимо уже давно усиливать. Видеофиксация, то есть съемка видео и хранение этого видео этим субъектам, они помогут в нужный то, что необходимо показать, и, скажем так, и видеофиксация позволит подкрепить реальными данными, как был произведен техосмотр и что процедура прошла в соответственном формате. Это первое. Второе, это эксперт, который проводит техосмотр, должен нести персональную ответственность. Поскольку если человек, который провел непосредственно, не несет ответственность, он, следовательно, не будет, может иметь какие-то там отклонения от процедуры, и никто за это его не накажет. Очень, наша соседняя Польша очень хорошо реформировала свою систему и решила это таким образом, что специалист, который увлечен был в неправильном произведение процедуры, на 5 лет лишается права эту процедуру осуществлять. Да. А если и после этих 5 лет он обязан пройти переаттестацию, и только тогда может опять приступать выполнять эту функцию. Ну, не нужно забывать все-таки, да, это очень важно, что многие уже путают техосмотр с услугой. Техосмотр — это не просто услуга, это государственная функция, которая доверена частным субъектам. И нужно соответствовать этому в полной мере. Есть еще один, скажем так, момент, который позволяет избежать коррупционной составляющей. Это автоматизированная передача данных с приборов непосредственно в общегосударственную базу данных. Для неспециалиста это может показаться там немножко запутанным, но если проще объяснить, это если у автомобиля измеряется тормозное усилие, то показатели тормозного стенда сразу же, минуя там любые компьютеры, там гаджеты, попадают сразу же в общегосударственную базу данных. Тогда нет возможности эти данные каким-то образом исказить или там подправить. И решает две задачи. Первая — это задача коммуникационная, та, что специалист может сказать водителю: смотри, у тебя здесь данные, ну, за рамками допустимых значений. То есть, пожалуйста, там в ремонт, тогда приезжай обратно. И второе, это, конечно же, уберет возможность выдать протокол техосмотра автомобилю, который на самом деле не соответствует, на самом деле неисправен. Це як з нашими маршрутками. Очень хорошо. Вот. Це просто, ну, знаєш, це, напевно, класика українська. Коли ти заходиш в маршрутку, враховуючи те, що хочуть зробити проїзд там близько 20 гривень, а в маршрутці через торпеду видно дорогу попереду, або під сидінням немає нічого. Это очень... Провалиться можна. Совершенно верно. Это очень яркий и очень грустный пример, который находится вокруг нас. Да, казалось бы, как раз люди вокруг и говорят: так вы там сегодня уже есть техосмотр. Да? Он проводится для коммерческого транспорта, тем более для пассажирского транспорта, тем более для маршруток. А теперь с другой стороны посмотрим. Да, в сегодняшних реалиях, при сегодняшней процедуре приезжает в нормальную лабораторию, да, там, к добросовестному субъекту, приезжает маршрутка и говорит: у меня 300, у меня автопарк 300 маршруток. Да? Говорит, проведи техосмотр всем, там, без лишних там особых замечаний, там, и мы у тебя там вечные клиенты. Добросовестный, естественно, говорит: слушай, ну хорошо, я проведу тебе техосмотр, только вот там ржавчину, ну, удали, там, отремонтируй, да, лысую резину замени, рулевое все-таки у тебя там нужно, у тебя люфты, да, разбитые стекла замени и фары штатные поставь, не те, которые ты уже там китайские лампочки там, ну, низкого качества поставил, да, там, мог бы и высокого на самом деле, но именно штатную светотехнику, и тогда приезжай, вот.
На что он получает ответ от этого же или маршрутчика, или там владельца автопарка? Говорит, слушай, да я за угол отъеду, и мне там все хорошо сделаю, даже вопросов задавать не буду. Так. То есть, ну, соответственно, это ну, абсолютное неравенство. Да? То есть субъект может играть ценой, может играть качеством, такого не должно быть. Угу. Когда выполняешь государственную функцию, она едина для всех. То есть все субъекты должны играть по одним и тем же правилам, угу. которые прописаны в законодательстве и подзаконной документации. От мені цікаво, ми зрозуміли про комерційний транспорт. Якщо, наприклад, у мене є авто, а як ви вважаєте, чи повинно ще це бути в нормі, щоб всі власники своїх автівок також продали цей технічний огляд? Конечно же, да. Все цивилизованные страны проходят технический контроль. Это одна из составляющих безопасности на дороге. Это кроме того, что дорога должна быть в порядке, что дорога должна быть укомплектована там, понятная там, разметка, там, светотехника, светоотражающими элементами, отбойниками там, и так далее, то помимо этого сам автомобиль, как участник дорожного движения, должен соответствовать необходимым требованиям к технической безопасности, должен быть исправен. И проверить это, ну, предположим, да, каждый водитель считает, что он очень хорошо заботится о своем автомобиле. Mm-hmm. Да? Что такое очень хорошо? Это я приехал на СТО, сказал, там, проверьте все, чтобы ничего не гремело, да, ничего не, там, не шаталось, чтобы у меня колеса были хорошо и надежно прикручены, да, там, максимум там, там, шумы отсутствовали. В том числе в салоне, да, даже когда музыка выключена. Но на самом деле этого мало. Где, на каком СТО у вас, вы просите, там, проверьте там, уровень шума у меня, или проверьте уровень выхлопа, угу. или проверьте, разве без заявки кто-нибудь проверит уровень света фар? Нет. Ну, нет, не проверит. А когда мы выезжаем на трассу, очень часто слепят автомобили. Это происходит из-за неотрегулированных фар, это происходит от установки... Зато потужных, до речи. Да, установки нештатной, mm-hmm. нештатной светотехники. И это очень серьезный аварийный элемент. То есть на сегодняшний день большинство аварий по статистике происходит от нарушения правил маневрирования. А теперь, вот если как по-человечески подойти к этой информации, да, как распознать? Если тебе ударил свет в глаза, и ты свернул на обочину, или же наоборот, там, сделал резкое движение, там, начал крутить рулем и врезался в другую машину, там, не дай бог. Это нарушение правил маневрирования? Да. А причина этого какая? Конечно, заслепил. Вот. Точно то же самое там, с высотой протектора. Да, она должна быть стандартной, не менее. Вот. Но если автомобиль не проходит проверку, то он может и не выдерживать эти требования. Уровень шума. Казалось бы, да, там, мы сидим, открыли окно, не можем, там, например, легли спать, открыли окно, там проветриваем помещение. Не можем заснуть, постоянно машины ревут под окном. Ой-ой-ой, это просто классика. Это тоже подлежит процедуре проверки, и должно, уровень шума должен быть в определенных показателях зафиксирован. Третье, очень-очень важное, в Украине очень большая заболеваемость онкологическими заболеваниями. Очень страшная тема, все стараются избегать, но на самом деле... Два первейших элемента в жизни человека – это вода и воздух. Угу. Качество воды мы все знаем, какое так. у нас да, в Украине. А теперь качество воздуха. Спросим у автомобилистов и пешеходов. Легче стало за 10 лет, пока не было техосмотров, легче стало дышать? Нет. Очевидно, да. И когда… Ну, здесь уже речь о жизни. Да, даже не только об аварии. Здесь, а насколько? А мы растаможили Украина, я имею в виду, да, занимается сейчас там очень хороший, там, я считаю, законопроект приняли по растаможке евроблях. Это сделает uh-huh. автомобили, это решит проблему действительно евроблях, которые в Украине были нелегально. И, конечно же, ну, необходим закон, который позволит возить доступные автомобили из-за границы, в том, ну, из Европы в первую очередь. Необходимые. Но теперь немножко с другой стороны. Растаможили евробляхи. Много транспорта, сюда добавилось еще много транспорта легкового в Украине, в которых уже давно там вырезали или сейчас там хотят вырезать там, катализаторы или сажевые фильтры, угу. в зависимости от двигателя, бензиновый или дизельный. Вопрос.
А эти автомобили по безвизу будут пускать в Европу? Ну, они же не выдерживают никакой. А в Европе могут остановить. Вот мы разговариваем с нашими польскими коллегами, с нашими словацкими коллегами, литовскими. Спрашиваем, а как вы впускаете автомобили? Они говорят, мы впускаем, но мы имеем право проверить или направить. Любая инспекция, которая остановит автомобиль, имеет право направить в ближайший пункт техосмотра. Вот сейчас имеет право. Да? Когда мы начнем растамаживать массово автомобили, которые, по сути, там, в Европе были списаны, как такие, которые не ниже, скажем так, принятого стандарта уже по экологическим нормам, тогда возникнет вопрос, а кого мы впускаем, да, у европейцев? А нам нужно будет доказать, что наши автомобили соответствуют. Ну, знаєте, так само захотілося поговорити про те, що до мене знайома, вони нещодавно придбали авто, і все ж таки через те, що у нас салон, вона каже, я хочу перевірити цей технічний огляд, піти ще професійно, якби зробити це. От що ви скажете, чи слід довіряти тому, що воно новеньке, чи краще все ж таки віддати на технічний огляд перед тим, як починати його використовувати, цей транспорт? Якщо це новий автомобіль і йому там до 4 лет, да, то обычно диагностику полную проводит только фирменное СТО. Ага. Да, конечно же, у них есть все там, последние обновления там, программного обеспечения, и это все выявляется на стадии там, такой диагностики, механической и электронной, цифровой. Если это автомобиль старше, то, конечно же, за ним нужен не только на СТО надзор, но и желательно пройти техосмотр. Это же добровольная процедура на сегодняшний день. То есть можно приехать и проверить. Так, це я зрозуміла. Далі, я для себе просто на майбутнє так, вже починаю занотовувати. Який період потрібно повторювати цю процедуру? Тобто рік, 4, 5, 7? Сьогодні для легкових автомобілів это раз в 2 года. И в новом законопроекте это раз в 2 года. Для автомобилей такси это раз в год. Это также легковые автомобили. Да? Ну, как мы знаем, все, что касается перевозки пассажиров, там автобусы, там маршрутки, это раз в полгода. Коммерческие автомобили, перевозящие грузы, это в среднем 1 год. И опасные грузы, это раз в полгода также. Тобто десь в середньому раз на рік. Ну, это для коммерческого транспорта. А якщо для мого особистого? А для личного транспорта в законопроекті, сьогодні ж нет этой проверки, но в законопроекті періодичність раз в 2 года. Ага. А йдемо далі. Щоб розуміли українці і мої глядачі, яка зараз ось цінова політика цієї процедури? Это на самом деле очень частый вопрос. На сегодняшний день легковой автомобиль, техосмотр легкового автомобиля от 800 до 1100 гривен. Грузовой автомобиль немного дороже, там, это где-то 1300 гривен. И европейская цена колеблется от 40 до 110 евро в Германии. 110 евро 40 там, в Польше. И 40, 50, 60 в зависимости от... И в Украине для повышения значительного цены предпосылок нет. То есть повышение цены в рамках там, какого-то курса, колебания курса, это, этим не объяснить, так как нет курсовой зависимости прямой. Да, но там плюс-минус 10% цены – это такие колебания. В Украине и так завищують ціни завжди, куди ж уже ще й на цьому. Слухай, є важливий такий теж нюанс. От навіть судячи з моїх друзів, кажуть, та я приїхав на СТО, кинув тачку, кажу, пацани, подивіться, і пішов собі. От як, чи потрібно слідкувати за сам, в процесі там, технічного огляду, так? Що перевіряють? Бо є ж і недобросовісні майстерні які. Та нормально, нормально. З вас 1000. Очень чувствительный вопрос. Очень похож на то, нужно ли проверять на кухне, в ресторане, из каких продуктов готовят. Да? Оно как бы желательно, но не все это приветствуют в НСТО. Просто тут такий теж момент, що тобі можуть сказати, що перевірили дійсно, але по факту могли і не перевірити, просто забули. Только, здесь репутація майстера, звісно. Мені здається, якщо ти будеш наполегливий, знаєш, як ото в ресторані ревізор, да, що я хочу, вони ж взагалі не мають права відмовити, якщо, наприклад, я захочу подивитися за цим процесом, да, правильно? Не об'язані зони. Дивіться, шановні глядачі, тепер знаємо, що ми маємо на це право, якщо ви хочете перевірити автівку, сказали, так, я хочу контролювати процес перевірки і контролюємо. Взагалі, просто чому я на цих моментах зупиняюся, тому що для мене, у людини, якої немає авто, на майбутнє це краще знати. Бо потім з'являються люди, які, ой, да краще послухай мене, да ось така була ситуація.
ситуація і порада, тут же професійно отримуємо відповіді на всі запитання. Скажіть, будь ласка, взагалі, що б ви від себе, наприклад, порадили ще внести в технічний огляд? Наприклад, ну, ви кажете, що краще для того, якщо у вас є особисте авто, щоб також його перевіряти. Можливо, ще буде якась порада для комерційного і некомерційного транспорту? Да, это, конечно же, ужесточение контроля на дороге. Так как если даже автомобиль, ну это опять же о перезагрузке, о реформировании системы самой, да, если автомобиль выехал там, с техосмотра и позволил себе какое-то переоборудование, или же там, что-то, что не было выявлено в техосмотре, это поломка, она дала о себе знать, но водитель это скрыл, то она может быть выявлена на придорожном контроле. То есть, что касается коммерческого транспорта, это придорожный контроль, это те же самые пункты Укртрансбезопасности. Что касается личного транспорта, это нацполиция. Нацполиция должна иметь право, там, если автомобиль, например, едет и дымит, его остановить, направить в ближайший пункт техосмотра на выявление неисправности, почему автомобиль дымит, такого не должно быть на дороге. Или же там заметил, например, там, что стекло треснуло, да, там, в зоне действия дворников, также должны быть обязательно пункты контроля, на которых это выявляется уже в эксплуатации автомобиля. А це державні повинні бути пункти контролю? Чи все ж таки... Что касается пунктов контроля, на сегодняшний день они уже частные. Государство эту функцию в свое время передало в частные руки. Вот. Но государство это контролирует обязательно. Что касается контроля государственного, это Укртрансбезопасность, это Министерство инфраструктуры Украины, это МВД. То это обязательно, конечно. Просто, дивись, тут є такий один момент. Типовий українець, от він їде, у нього чорний дим валить з вихлопної труби, його зупиняють і кажуть, друже, будь ласка, ось туди на контроль. Він каже, а за які гроші? От тут може бути таке ж, ну, розумієш, принципове теж питання, що поліція відправляє. Я от намагаюся зрозуміти, вона буде відправляти на державні пункти контролю чи все ж таки на частні? Смотрите, ну, сначала, да, государственных пунктов контроля не так уж и много. Может взаимодействовать с частными, может направлять в частные тоже. Ну, это, опять же, элемент дальнейшей или подзаконной документации, или там в закон будет включена эта норма. Очень важно, что на сегодня есть, уже есть контроль, работает, да, результаты технического контроля проверяются уже органами МВД, главным сервисным центром Министерства внутренних дел. И проверяются протоколы, проверяются фотографии. Если они не соответствуют техническому состоянию, то есть вывод протокола, протокол выписан, техническое состояние не соответствует, то протокол аннулируется. И за несколько аннулированных таких протоколов пункт техосмотра деятельности его могут остановить. То есть, или приостановить, или остановить совсем. Так. Мене цікавить, розумієш, питання, за чий кошт буде цей огляд? За, ну, как будет прописано в законе или в подзаконке, но я считаю, что это будет за деньги автовладельца. Тобто все одно, як не крути, але все одно треба руйнувати той стереотип, що вона якось і прокатить. Тому що вигідніше просто один раз ТО зробити, так? Повноцінно, нормально, ніж потім по 10 разів сплачувати там... Я водитель, да, я общаюсь с множеством водителей. Я считаю, что, ну, как и многие, да, там, здравые люди, считаю, что на сегодня, что если ты владеешь автомобилем, ты владеешь объектом потенциальной опасности. Так. И ты должен приложить все усилия для того, чтобы сделать его безопасным. Конечно же, у нас, можно понять, да, там Украина не богатая страна, и люди, скажем так, очень хотят сэкономить обычно. И это абсолютно понятно. Но позаботиться о своей безопасности, безопасности своих близких, это разве не обязательно? Да, ты купил автомобиль для работы. Я купил автомобиль для работы, для того, чтобы возить свою семью, да, но я должен позаботиться о том, чтобы эта семья ездила безопасно. Но самое главное, я бы хотел, чтобы другие водители тоже ездили безопасно. Да, я хочу, вот я содержу свой автомобиль в порядке, да, я там езжу периодически на СТО,
Я постоянно там требовательно отношусь к этим ремонтам, к обслуживанию, но я бы хотел, чтобы точно так же и другие остальные относились. Поэтому, когда я еду в такси, а это бывает часто, для того, чтобы даже там какую-то информацию для себя подчеркнуть, я спрашиваю водителя, говорю, как относитесь к техосмотру? Ну, все говорят, конечно, по-разному. Очень многие говорят, да зачем, я сам свой автомобиль хорошо обслуживаю, там, я там лучше, чем на станции техосмотров, понимаю, что с моим автомобилем. Я говорю, а ты уверен, что все остальные так же относятся? Он говорит, не уверен. Я говорю, а ты готов? Говорю, для того, чтобы все остальные, ну, мы же понимаем, да, у нас есть там такси достаточно чувствительная тема. Так. Вот есть такси лицензированные, есть там те, которые работают через операторов. Да, так вот, когда ты спрашиваешь того, кто не проходит техосмотр, да, ты готов проходить техосмотр, если будешь знать, что все остальные точно так же проходят техосмотр? Говорю, тогда готов. А тепер як змусити всіх це зробити? Ну, мені здається, тут важливий момент ми підняли, тому що якщо казати про водіїв і про те, що за їх рахунок ІТО, і щоб вони всі проходили це, то потрібно все ж таки звернути увагу на рівень життя в Україні. Тому що тенденція показує, що він у нас, на жаль, не, ну, не те, що не покращується, а таке відчуття, що він регресує. От як ти думаєш, якщо покращиться рівень життя в Україні, буде ось ця соціальна відповідальність більш гострішою? Однозначно, да. Люди, когда достигают каких-то, ну, мы когда достигаем каких-то уровней достатков, нам уже просто достатка мало. Мы хотим безопасности другого уровня, да? Мы хотим там себя где-то обезопасить, там, где-то там получить дополнительный комфорт, в том числе и от этой безопасности. Но что тоже очень важно, ну, нужно посчитать просто, да, вот вы задали хороший вопрос, сколько это будет стоить для украинца, да, даже если там 1000 гривен в среднем взять, там, и разделить на 2 года, это 500 гривен в год на автомобиль потратить, это там меньше 50 гривен в месяц, да, то есть мы, ну, наверное, на 2 раза маршрутки проехать, там 3 раза, да, ну, так. Это уже те же самые деньги. Неужели гражданин Украины, который следит за своим автомобилем и покупает и топливо, да еще там, в том числе в топливо, там платят налоги, да, которые должны там тратиться на инфраструктуру дорожную. Вот. Неужели, ну, мы не потратим эти деньги? Ні, ми то витратимо. Просто розумієш, у нас в Україні, в принципі, я думаю, це ні для кого не секрет, що у нас є певний такий менталітет, коли ми щось або відкладаємо та потім. Або та наш, воно і так, ну, нормально. Нормально. Поки ж їздить. Поки ж їздить, так. Резину змінити на зимню, взимку, так? Та нормально, ну, ще недільку можна. Поки хтось із знайомих не сообщит какой-нибудь, ну, о том, что стал свидетелем какой-нибудь, не дай бог, там, аварии, там, мы действительно так и относимся. Как только мы понимаем, что это опасность, то уже, ну, мне кажется, когда ты понимаешь, что что есть опасность, и она рядом, то очень хочется ее уминути, да, вот так скажем. И очень многие люди действительно считают, что без чего-то можно прожить. Да? Ну, что касается безопасности на дороге, ну, наверное, она необходима, да. Так. Мені здається, знаєш, коли піду здавати на права і взагалі панувати авто, то обов'язково в першому пункті має бути прописано, що придбавши нове авто, ви маєте обов'язково пройти техогляд і обіцяти, що ви будете це робити кожних 2 роки. Мені здається, якщо це буде, знову ж таки, закладено так, як ви кажете, в реформі, якщо це буде на законодавчому рівні впроваджено, то нам, ну, не буде куди дітися, як завжди. Тому що нас якби припирає, та, і ми робимо тільки тоді, коли вже офіційний якийсь документ, коли нас офіційно ставлять на це якби відповідальність. Так. Я для себе вже сьогодні взяла як мінімум 5 уроків, 5 пунктів. Сподіваюся, наші глядачі так само для себе їх взяли. Максим, я сподіваюся, ти відповів на свої запитання стосовно авто. Ну, ти знаєш, слава Богу і батькам, і всім гостям у студії, я роблю все правильно, отак, як повинно це бути, і це важливо. Ми, ну, просто реально з Максимом маємо таку тенденцію, коли нас приходять гості, то ми, знаєте, в першу чергу те, що нам якби потрібно, беремо собі інформацію, і нею ділимося з глядачами. Ось тому у нас завжди такий відбувається маршрут інформації. Ну, це дуже хороший підход. Да. У нас тут, розумієш, секрет у тому полягає, що ми спілкуємося з багатьма людьми, ну, там, і поза ефіром, знаєш, і от у них у всіх є актуальні питання. І от я зараз, ми буквально нещодавно з друзями обговорювали, теж автолюбителі, що допоможе
змінити людям ось цей менталітет, так, і ось зараз підвищити цей рівень свідомості? От як би це так уже вводити в життя? Якщо говорити о хорошому, то це практика сусідніх країн. То есть просто, ну, где люди, которые выезжают за границу, да, там, особенно на автомобилях, они абсолютно понимают, что, ну, там это есть уже, да, это цивилизованный подход. И, ну, а если говорить о факторах риска, о которых обычно не хочется ни говорить, ни думать, да, то, ну, сделай все, что от тебя зависит для того, чтобы быть безопасным на дороге. И позаботься о том, чтобы также сделали твой ближайший круг, как минимум. Угу. Вот и уже есть какой-то хороший пример. Да? А так как это, скажем так, закон о техосмотрах, да, о реформировании этой сферы, он достаточно непопулярный. Угу. И если понимать, что все там, субъекты законодательной инициативы все-таки хотят принимать законы, которые людям нравятся, то он очень тяжелый. Угу. И здесь сами граждане должны наши, ну, понимать, что это необходимость. У мене є одне таке коварне запитання. Давай, я потім. Можу зробити? Люблю коварне. Ми сьогодні поговорили про те, що ми маємо робити. Ви, як представник офіційний, найактуальнішої зараз теми, чи робите ви технічний огляд свого авто? Я делаю техосмотр авто. Все коммерческие автомобили наши, те, которые приписаны к юридическим лицам, наших членов ассоциации, в обязательном порядке. Конечно. Це, знаєте, якраз вже є та людина, коли ми чекали того сусіда, який це зробив. Ось, будь ласка, познайомили вас. Тепер можна бути переконаним в тому, що це дійсно працює і можна не боятися робити. Так, ну а тепер от просто чисто народні українські питання. Ти робиш ТО на офіційній станції чи у десь у частних? Ви знаєте, всі серйозні види обслуження тільки на офіційному. Угу. Все, що стосується двигателя, електроніки, там, и так далее. Ну, на шиномонтаж могу поїхати на любую. Ні, ну шиномонтаж, то звісно. Хоча там теж варто бути обачнішим, бо хлопці, ну, бувають там цікаві трапляються. Просто є такий міф, що, наприклад, у неофіційній станції, так, це може бути в 3 рази дорожче, і плюс не так якісно, як, наприклад, ну, умовно. Ну, я думаю, ти чув про таке, що ти там приїжджаєш до Пєті, кажеш: «Петя, ну, з машиною біда». Він: «Та, зараз буде». Я включаю в себе настоящего українця і торгуюсь. О. Так, добре. Ви ж, Макс, ти задав український вопрос, да? Я включаю в себе українця і торгуюсь. Так, добре. Тоді можеш поділитися лайфхаками, як правильно торгуватися, аби і не образити СТО, і самому залишитися з ними в прекрасних відносинах. Ой, вот это очень сильно зависит от характера, который ты видишь напротив, да, себя. Обычно это, ну, это коммуникабельность, да, то есть ты говоришь, что я уважаю твою работу, там, ты, ты там большой молодец, вот, и я хочу быть заинтересован в цене, чтобы в следующий раз к тебе тоже приехать и еще кому-то порекомендовать тебя. То есть я стараюсь, чтобы человек не видел в этом недозарабатывание, да, для себя. Я стараюсь, чтобы видел, наоборот, возможность привлечь еще больше клиентов и еще больше заработать. Слушай, цікавий підхід. Так, є ще одне питання з приводу ТО. Коли на машині чіп? Як проходить ТО ця машина? Там же ж, наскільки я розумію, там же інші критерії безпеки. Ні, це всі механічні. Тобто все залишається тим самим. Да. Добре, якщо ми вздумаємо з Ангеліною купляти собі ще по одній машині. Хоча б комусь одну б купити, по одній, кажу. Так, спортивні, давай так. У Ангеліни буде рожева спортивна, так, з обвісами, там, з дисками, з, ну, гумою. Так, ну що ти вже з мене робиш блондинку якусь? Ні, так нормально. І буде повністю перебраний мотор. Він буде так само проходити технічний огляд і за тими ж критеріями, чи все ж таки є якісь... Якщо машина переоборудується, вона проходить немножко ще другу процедуру. Це узаконювання цього переоборудування. Да? Так. І для узаконювання проходить сертифікацію. Тобто це перевірка на соответствие. Так. А якщо ми візьмемо, наприклад, джипи, так, і всі силові елементи, які на ньому установлені. То же саме. Та ж сертифікація. Да, да.
То есть ты, если ты переоборудуешь автомобиль, тебе нужно обязательно это переоборудование узаконить. Угу. Еще не каждое переоборудование можно узаконить. От, а які не можно? Ну, это уже отдельный вопрос, там он достаточно широкий. Ну, ти можеш якихось декілька пунктів назвати, які не можна узаконити на автомобілі? Ну, например, не можна, нельзя узаконить там движение по дорогам, включать там очень сильный там свет, там дополнительные фары на крыше. Стробоскопи. Угу. Це як у наших кортежів. Ну, угу. Так, закись азоту можна узаконити? Не встречал такого. Добре, я просто ну, реально без жартів, фанат форсажу, і я ще з тих часів, коли виходила перша частина, хотів поставити собі на авто закись азоту. Проте ні авто, ні закисі азоту не було. Ну, а поки Максим ще продовжує мріяти, що не хочу поставити на своє авто, я хочу ще раз вам презентувати нашого гостя. В нашій ринковій студії був Дмитро Гончарук, і ми говорили про технічне оснащення, про технічний огляд ваших автівок. Якщо ви хочете бути в центрі найактуальніших подій, знайомитися з новими, цікавими та успішними людьми, вам потрібно підписатися на телеканал «Правда тут» і підписатися на наш YouTube-канал, щоб бути в центрі всіх подій. Так, і не забудьте, будь ласка, чекати, поставити палець догори, написати коментар і увімкнути дзвіночок, аби бути в курсі оперативної інформації. Thank you so much for this. We'll be right back.